Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Для тех, кто интересуется модой и хочет знать, какая верхняя одежда будет популярна весной 2018 года, для тех, кто хочет быть в тренде, это видео для вас. Стилисты Виктория Кузнецова и Лена Хабиб-Рахманова расскажут нам о том, какие фасоны пальто, курток и всего остального будут в моде. Привет! Всем привет! Сегодня мы вам расскажем про верхнюю одежду, про самые актуальные тренды и как выглядеть стильной этой весной. Начнем с классических моделей. Конечно, актуальное по-прежнему пальто, халат. Подойдет классическим образом, кажуальным образом, а также спортивным. Можно носить и с кроссовками, и с сапожками, и даже с туфельками. Еще одно пальто такого бежевого цвета, прямого кроя, с модной деталировкой в этом сезоне, такие вот молнии по бокам. Оно больше кажуальное и не очень будет хорошо для классического стиля. То есть с джинсами, с брюками, с какими-то юбками не классического стиля будет выглядеть очень круто. Если у вас уже есть базовые модели, то вам стоит обратить внимание в этом сезоне на яркое. То есть, например, такое яркое пальто розового цвета, прямого кроя, с такими лацканами довольно классическими. Это будет акцентом вашего образа. Если говорить о цветах, то, конечно, актуальны разные цвета. Можно выбрать синий, можно выбрать голубой, можно выбрать фуксия цвет. Популярная клетка в этом сезоне незаменима. Вот такое вот классическое пальто будет фишкой вашего образа. Обратите на него внимание. Я вот смотрю, такие достаточно тоненькие это пальто. Можно ли их как-то сочетать с другими предметами верхней одежды, либо их как-то утеплять? Да, конечно, фасон, он достаточно объемный. Он, можно сказать, оверсайз. И вниз таких вещей можно надевать, например, свитшоты, либо какие-то вязаные кардиганы, либо вязаные свитера, или, например, тонкую стеганую куртку. Да, здесь будет образ выглядеть очень интересно и многослойно. Если вы хотите составить лук более дерзкий, я могу вам предложить рассмотреть несколько вариантов верхней одежды. Ну вот, например, это пальто. Ну, оно, можно сказать, классическое, но за счет вот этого активного яркого принта оно будет привлекать, конечно же, к себе внимание. И плюс вот этот вот воротник очень яркий, объемный, из меха ламы. Следующий экстремальный вариант – это объемные куртки и пуховики. Они не выходят из моды, даже наоборот, набирают свою актуальность. Я думаю, что если вы купите такую куртку или пуховик в этом сезоне, на следующий сезон эта вещь не выйдет из моды, поэтому смело можете ее приобретать. Это, конечно же, вещь такого более спортивного толка, да, поэтому брюки, джинсы, брюки спортивные всегда будут очень хорошо смотреться. Но если, например, эта куртка будет удлиненной, то есть это будет пуховик, да, то вы спокойно можете и с платьями, и с юбками носить. Еще один вариант, ну, конечно же, бомберы. Смотрите на детали, детали, вот смотрите, вот на этом бомбере опять вот эти вот сборки интересные. Они, в принципе, сейчас во многих моделях одежды используются, в платьях, юбках.